межсезонье температура на улице меняется слишком быстро. Днем значительно выше ноля, а ночью столбик термометра опускается в минус. Перепад может достигать 20-30 градусов, но при этом температура теплоносителя, подаваемого от котельной в централизованную систему, остается неизменной. Поэтому складывается ситуация, когда в дневные часы в квартире становится жарко, температура доходит до 28 градусов и даже больше, приходится открывать форточки и балконы. Мало того, что это некомфортно, но за это еще и нужно платить. Для справки, нормативная температура для котласа в жилых помещениях должна быть не ниже плюс 20 градусов, а в угловых комнатах 22. Каков же выход из ситуации? Казалось бы, все просто. Нужно изменить температуру теплоносителя, подаваемого от котельной. Но это не так. Каждая котельная вырабатывает тепловую энергию в соответствии с утвержденным температурным графиком. Графики работы котельных выбраны не случайно, а на основании проектных решений и определяются количеством отапливаемых объектов для гарантированного обеспечения нормативной температуры в жилых помещениях. Кроме того, тепло от котельной используется в целях осуществления горячего водоснабжения. Также не забываем, что температура горячей воды, поступающей в жилое помещение, должна быть не ниже 60 и не выше 75 градусов. Таким образом, просто взять и изменить температурный режим работы котельной нельзя. Так что же можно сделать, чтобы решить проблему? А ответ действительно прост, и решение вопроса лежит в руках самих собственников помещений. Необходимо проводить регулировку подачи объема теплоносителя в тепловом узле внутридомовой системы теплоснабжения. К примеру, с утра нужно прижать подачу тепла, то есть уменьшить объем поступающего теплоносителя, а в холодное время суток, наоборот, увеличить. Это может быть сделано в ручном режиме с помощью запорной арматуры теплового узла. Кто должен это делать? Внутридомовые сети, в том числе и тепловой узел, являются общедомовым имуществом, поэтому и обслуживание, и регулировка – это обязанность собственников. В случае, если заключен договор с управляющей компанией, то регулировкой должна заниматься УК. При непосредственном управлении это задача жителей дома. Осуществляя такую регулировку своевременно на постоянной основе, вы не только получите комфорт в своем жилье, но и существенно сэкономите на оплате коммунальных услуг. Есть еще один вариант решения проблемы – это установить автоматизированный индивидуальный тепловой узел. В состав этого узла входит погодозависимая автоматика, которая самостоятельно, в зависимости от температуры наружного воздуха, регулирует количество теплоносителя, поступающего в дом. Кстати, в котласе АКТС оборудовало подобными системами уже более десятка многоквартирных домов, и многие жители смогли оценить эффективность автоматики. Выбор решения проблемы перетопа для каждого конкретного дома остается за собственниками. Либо осуществлять регулировку самостоятельно, либо добиться от управляющей компании реального, а не формального обслуживания внутридомовых сетей и регулировки тепловых узлов. Или установить автоматизированный индивидуальный тепловой узел. Кстати, сделать это можно за счет средств капитального ремонта.